Андрей Аршавин играет руками, но не нарушает при этом правила. Как же это возможно? Все просто. Полузащитник Айрата вышел на виртуальное поле симулятора FIFA 17. Его поддержал коллега по клубу, вратарь алматинцев Владимир Плотников. Но профессиональные футболисты сражались не друг против друга на киберполе, а со своими болельщиками. Честно говоря, сложно было, потому что даже заболела рука после 3 игр. Я не представляю, как они целыми днями сидят перед телевизором и играют в FIFA. Но, в принципе, интересно. Но когда я играл, когда я был тинейджером, я играл просто в менеджер. Поэтому это, естественно, сокращает количество времени, пройденное за компьютером. Поэтому мне осталось время играть самому.